Турции стартовал 5-й Стамбульский международный фестиваль оперы и балета. В этом году его открывала опера знаменитого казахского композитора Мукана Тулебаева «Биржан Сара». Постановка уже с первых минут завоевала сердца турецкой публики. Все подробности в следующем материале. В прошлом году тюркские народы отмечали столетие казахстанского композитора Мукана Тулебаева. Его произведение «Биржан мен Сара» впервые звучало на турецком в постановке Государственного театра оперы и балета города Самсун. Со дня премьеры прошло совсем немного времени, а опера уже полюбилась зрителям. Они с восторгом говорят как жители города, так и критики. Именно поэтому она открывает Стамбульский фестиваль. В опере «Биржан Сара» описаны история, культура, быт казахского народа. Наблюдая за представлением, я поняла, что наши корни, наш быт очень похожи. Нынешний фестиваль мне запомнился своей красочностью и познавательностью. Мне очень понравилось. В роли Биржана турецкий актер Озель Ундеш. Сару играет певица театра Астана Опера Жупар Габдулина. Режиссировал постановку азербайджанец Эфлатун Намедзаде. До этого он уже поставил не менее известные произведения «Корыглы» и «Алпамыс». С тех пор, как представление вошло в репертуар нашего театра, я играю роль Жамбаты. Мне пришлось много потрудиться, чтобы передать характер и образ своего героя. После Стамбульского фестиваля «Биржан мен Сара» будет поставлено еще в трех турецких городах. Это Бурса, Ескишахир и Анкара. Организатор мероприятия, международная организация «Турксой», даже не сомневается, казахская опера полюбится всей турецкой аудитории. Талгат Амангелин, Ержан Жунес, Турция, Стамбул.